Привет, друзья! Наконец-то добралась до меня прототип крапивы долгожданный. Но это не тот прототип, который некоторые думают, что прототип – это тот нож, который запускается в производство и с ним сверяется. Нет, это промежуточный прототип, который будет еще сильно исправляться. Но он уже меня порадовал. Достаточно порадовал, чтобы, в общем, большие надежды у меня на этот нож, что неплохой, уже в том виде, в котором он есть. Хотя, повторюсь, Иван говорил, что будет доработка. Доработка его, вот этого прототипа, достаточно серьезная. Давайте я пройдусь по нему. На прототипе стоит D2, G10 фрезерованная, лайнеры. 1,9 я намерил, 1,88. Глубокая клипса, представляемая на две стороны. Спейсер у нас из алюминия. G10 облегченная. Будет разборка. Посмотрим, что там внизу. В осевом стоит керамика, ход великолепный. Просто на уровне топовых моделей Махаса, например, Максейса. Очень хороший прям ход. Изначально нож был несколько туговат, но вот прямо вот сейчас супер. Вот. Мощнейший лайнер. Так, давайте по ТТХ, значит, вес прототипа. Хотя это все условно, потому что прототип промежуточный и значения будут меняться. Но все-таки вес 111 грамм, толщина клина 3 мм, сведение я намерил 0,4 и 0,6 на кончике. Вот. Резачок что надо, очень удобный в руке. И вообще нож достойный, так, достойное продолжение фиксированной версии. То есть он очень повторяет вот эти формы. Иван хорошо все это повторил в складном варианте. Это, конечно, очень хорошо. Так, что еще я хотел сказать по нему, что я знаю. Значит, серийная версия выйдет. Значит, прототип у нас D2, серийная версия выйдет К110. Вот этого отверстия, скорее всего, не будет. Выйдет G10, будет черная, с черными винтами полностью. То есть черная версия крапивы будет полностью черная, что, собственно говоря, конечно, логично. Потому что эти винты очень такие яркие. Вот, и разный G10 будет, и будет микарта, по-моему, двух видов. Вот. Клипса также изменится, что меня, честно говоря, расстроило, потому что клипса, на мой взгляд, просто великолепная. На штанах ее не видно, как будто это шариковая ручка. Клипса будет чуть пошире, и, я так понимаю, она немного изменится. Вот. Значит, ну, механику я показывал. Механика очень крутая. Это фронт-флиппер, никаких лишних шпеньков. Сначала как-то не очень необычно, но потом привыкаешь. Значит, за отверстие можно подцепить, не очень удобно, но при желании можно, конечно, это сделать, но крайне неудобно. Вот. Я видел также, Иван думал, может быть, сделать со шпеньком, может быть, обычный флиппер, но, по-моему, потом отказались от этого. Вот, значит, его можно открыть боком, вот таким вот образом, его можно открыть впрямую, надвигаясь, то есть надавливая вот таким вот образом сверху. Можно, еще раз повторяю, сбоку. И можно, как мне больше всего нравится, указательным пальцем вот таким вот образом. То есть все это очень открывается легко. Это надо просто приноровиться. Ну, собственно, давайте я еще раз пройдусь по нему. Все скруглено, очень удобненький такой маленький ножик. Изначально даже он мне показался несколько хлипким, но когда я посмотрел что-то внутри, там, вот этот лайнер, просто его отсюда не видно, что он такой толстенный. А он толщиной, вот эта его толщина. Там с двух сторон лайнеры очень мощные. Это мы посмотрим на разборке.
Так, давайте сравним его с крысой. Так, для понимания габаритов. Так. Вот так. Так, рабочая область у нас больше, чем у крысы. Ну, ручечка у нас поменьше на 0,5 сантиметра. И попухлее, чем крыса будет. Она просто такая еще очень скругленная такая, то что надо, бочечка. Вот, давайте я, пожалуй, сравню его еще с некоторыми ножами. А именно с лучшим ножом от Ивана, который у меня сейчас есть, это Рокот. Это классный нож, вот мне он очень нравится. Финочка прям вот, я такой и ждал. Давно, так. Давайте также посмотрим по рабочей области. Ну, Рокот он не превосходит. А ручечка тоже у него покомпактней. Ну, чуть пухлее Рокота. Так, и давайте еще с одним ножом я сравню его. Это у нас будет Leon Steel Cour. Классный нож, но ломик. Вот здесь, мне кажется, очень тоже близкие ножи. Но это ломик, а это у нас резак. То есть он более компактный и у него более аккуратный клин. 3 мм против 4,5. Но все-таки чем-то мне они близки. Видимо, формат так мой. Он крапива превосходит его чуть режущей рабочей области. Ну, ручечка у нас тоже чуть-чуть побольше. И по пухлоте тоже достаточно пухлота одинаковая. Вот, то есть им можно вполне работать, так ухватиться и ух, рубануть. Мы построгаем. Несмотря на то, что это прототип, и, в общем-то, ну, это не показательно будет, потому что будет на серийке, он же будет все равно изменяться сильно. Но Иван мне дал добро, я смогу им построгать и порезать продукт. И разборка тоже будет. У меня вопрос к прототипу был только вот в этом месте. Смотрите, с одной стороны углубление под лайнер, с другой стороны вот такая выборка под палец. То есть в результате получается прям лепесточек такой G10. Но надеюсь, в серийной версии вот это место будет усилено. Вот. В остальном мне нож очень понравился. Я даже просил Ивана оставить мне его в качестве DC, бы я с ним походил. Но Иван, жадный, как все читлани, сказал: нет, жди серийки. Вот. Поэтому нож отправляется дальше. И я буду ждать серийки. А мы давайте разберем его и порежем, построгаем, для того, чтобы вы смогли сложить мнение об этом промежуточном прототипе. И будем вместе ждать серийки. Так, понеслась. Но, скорее всего, это на прототипе такие винты. Ну, но я думаю, что на серии будет шестигранники. Лайнера мощнейшие, конечно. Нужна еще одна отвертка.
Так, давайте немножко построгаем, только эргономику проверим. Так, здесь не получилось. Ну вот, в общем, все режет нормально. Его бы хорошо бы подточить, но дело в том, что нет смысла, потому что железо будет другое на серийке, и только эргономика, хотя в общем-то и эргономика будет изменяться, так что в общем-то в этом тесте особенно смысла никакого нет. Так просто в том виде, в котором есть, он нормально работает. Ну вот, собственно, вот так. Ждем серийку. Надеюсь, было интересно. Да, ссылка на автора ножа под видео. Переходите, посмотрите, что у него есть в Инстаграме.